Всем привет! Новое видео на канале. Сегодня мы распакуем систему умного дома, которую в предыдущем видео я взял за 1998. Забрал два комплекта, последний у меня в городе. Но если что, ссылка в описании, ждите акции или на всякий случай заказывайте на AliExpress, пока доллар не ушел в небеса. Давайте посмотрим, из чего он состоит, он полностью RST-версия. В общем, поехали. Вот такая вот опять домашняя студия на балкончике. Смотрите, вот такая вот коробочка. Набор датчиков Mi. Абсолютно локализованная фигня. Все в блистере упаковано. Здесь ставим на паузу, если надо, читаем. Все отлично. В общем, задался целью построить какой-никакой умный дом. Причем на серьезных щах. И, в принципе, скидка этому дала точное, определение старта всего этого дела. Начну я с этого, потом с последующим буду докупать. Также приобрел некоторые дополнительные уже дорогостоящие аксессуары, но об этом расскажу в следующих видосиках. В общем, вот такая вот коробка, блистер, все новое запечатанное, повторюсь, для внимательных или невнимательных. В общем, ссылочка будет в описании. Ногти подстрижены, как мне порвать-то? Сейчас, секунду. Вот так вот подцепил. Хорошо, что ножнички есть на балкончик, потому что на балкончик выполняет функцию студии одновременно зимнего и летнего сада. Слушайте, в последнее время, конечно, очень много акций. Все компании борются за первенство на рынке розницы, потому что, ничто не есть хорошо, как продавать в кризис, продавать много. Компания МТС, в частности, продает много. Вот такая коробка. Сейчас будем думать, как ее открывать, потому что я пока еще... Ага. Она выдвигается, то есть коробка тубус. Сейчас открою и продолжу. Я сейчас на секундочку поймал себя на мысли, что я давно не получал удовольствия от распаковки именно коробки. Потому что в смартфонах я знаю, что внутри смартфон зарядка, дай бог, наушник или переходник на Type-C. Ну а здесь, собственно, идеология компании зеленое яблоко или какой хотите цветом яблоко, она постепенно приобретает все больше и больше свою интерпретацию в упаковках от других компаний, и в частности Xiaomi и ее идейный вдохновитель вдохновляется продукцией, упаковкой от великой компании Apple. Но не об этом сейчас. Вот такие вот датчики внутри. Открываем тубус, поднимаем вот за эту штуку, наверное, и что-то там получается. Одной рукой делать это невозможно, поэтому я открою, и мы продолжим. Слушайте, друзья, еще раз, вау, 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 понюхайте, как пахнет. Понюхали? Пахнет? Вот когда я открывал коробки от макбуков лет так 5 назад, вот они так пахли. Даже спустя бэушные так пахли. То есть, и новые, и бэушные, смотрите. Премиум упаковка, премиум материалы, очень качественный матовый пластик. Здесь у нас набор датчиков, собственно. Это датчики дверей и окон. Это у нас, по-моему, что-то там. Это тоже что-то там. Это вот такая вот эта. Это, по-моему, мозг. Или здесь мозга нет, но, по-моему, должен быть. Потому что он же мозг, он же... Это у нас, как я понимаю, датчики Motion Sense. Вообще... Вообще алло, друзья. Понимаете? Чтобы вы понимали. Да, датчик движения. Все на русском. Все, пожалуйста. Все на 3M. На скотче. Я думаю, что там в комплектации еще что-то, наверное, долежит. Это у нас, наверное, хаб. И он же лампочка. И он же, соответственно, мозг всего этого мероприятие. Его сейчас в коробочку сюда. Это датчики двери, а это... Что же это? Давайте почитаем. Безопасный выключатель. А, беспроводной выключатель. Клево. Клево. Клево, клево, клево. Так, здесь это все дело не снимается, потому что это все, скорее всего, на батарейках. И батарейки я ничего не знаю. Давайте почитаем. Да, контроллер датчиков. Mi, модель такая-то, можете ставить на паузу, скриншотить. Слушайте, по качеству вообще алло, то есть все очень хорошо.
очень приятно держать в руках, но это должно быть не в руках, это не смартфон, это раз воткнул и поехали. Скорее всего, это надо настроить через приложение Mi Home. Это повесить одно на окно, на, допустим, на балконную пару, другое на входную дверь. Это повесить одно в комнате, другое, допустим, в коридоре. Ну, а это будем разбираться. В общем, комплектация, друзья, у этого набора топовая. Даже на конец 2020 года, на сентябрь месяц, в принципе, для меня это такое мини-открытие в плане эстетики. Как будет работать, ну, покажет время. Где и как приобрести, ссылочки у нас в описании. Кто досмотрел, ставим лайк или дизлайк, как вам понравилось или нет. Пишем слово «Дональд Дак», тем самым я понимаю, что вы досмотрели до этого момента. Ну и совсем скоро увидимся. Естественно, будет опыт эксплуатации. Если что, ссылки на товар и на аналоги, точнее, на аналогичные магазины на Алике и в России оставлю в описании, чтобы удобнее было искать. Ну и совсем скоро увидимся. Всего доброго. Подписывайтесь на Инстаграм. Там будут фотки установки, скорее всего. Всего доброго. Пока-пока.